Всем приветы! Вот так мы отдохнули, вот так расслабились. А теперь пора и съездить в магазин, по ходу дела. На самом деле я еду в детский магазин. Куплю детского питания, у нас там подзаканчивается. Ну, конечно, продуктовый не обойдется. Посмотрите, машина вся в снегу стоит. Не заводили, не ездили все праздники. Вот такой вот снежный комок. Сейчас почистим, отправимся. Данюшек спать уложили. Я немного прокачусь, прогуляюсь. На улице такая промозглая погодка достаточно. И такой ветерок не очень приятный, хотя, наверное, около нуля. Сейчас будем высвобождать машину из-под снега. Ну, нормально навалило, кстати. Прям по бампер и сзади, наверное, то же самое. Сейчас будем чистить. Ю-ху-ху, Аня там назаказывала детского питания. Ну, я все купил. Теперь, наверное, в Перекресток поеду, да, скорее всего. По продуктам немного там. Аня тоже список накидала. Еще Озон неплохо забрать. В общем, покатаюсь по ходу дела. А вот и Перекресток. Ну что, погнали. Еще такое новогоднее все. И снег пошел, кстати, сильный достаточно. Что мы с этим делать будем, пока не решили. Вот это снегопад. Такое просто. Я не знаю, мне кажется, камера не передает, но... Снегопад. Опа. Копы лежачие. Снегопад знатно идет, все метет прям. Вот это снегопадище пошел. Ну что, я закупился. Полные сумки. Сейчас еще в Озон там. Ну там что-то лучик спекулянки, кажется, но снегопад обалдеть просто сыпет. Ребята, всем привет! И сегодня пришла очередь Димы. Дедушка Мороз съездил за подарок. Запасы. Данечек еще спит, мы сейчас будем обедать. Не знаю, успеет он к обеду или еще поспит. А, в общем, у нас здесь целая армия баночек. Бабушкина лукошка. Мы когда ездим в этот детский мир, обязательно покупаем. В этот раз что-то вообще взяли очень много. Но здесь и фруктовых полно. Фрукты-то он с кашей ест. И в основном, ну, тыква тоже есть. Тыква, кабачок, рис это на всякий пожарный. В основном тут мясо перетертое. Вот, и сок вот такой тоже бабушкина лукошка взяли. Еще Дима взял подгузников. Здесь у нас пришел Озон, это лучку пеленки. Взяли яйца, зелень, крабовые палочки будем делать салатик. Это будем делать бургеры, это тоже будем делать бургеры. Котлеты тоже будем делать, потому что мясо нужно идти за мясом. Мы никак не сходим до нашего магазина. Это будем супец варить. Здесь вот это тоже на крабовый салат кукуруза. Айсберг, картошка, цветная капуста Даньку, кабачки Даньку. Здесь что-то... Еще, что это, Дим? Авокадо? Это авокадо, хас. Да. Авокадо. На свеклу похож был. Зачем? Я вроде не просила. А, огурцы. Ага. А по цене как обычный авокадо? Огурцы, горчица, это морковка, лук и помидоры. Вот такая у нас закупочка сегодня. Ну что, ты готов обедать? У меня тут уже салат готов, который горошек... Огурец и лук маринованный замариновала. А еще тут родители сало привезли. Сейчас еще сальца порежу. Ух ты, приятного аппетита. Всем приятного. Ну что, ребята, снег закончился. Обильный снегопад закончился. Мы решили поехать к бабуле. Данюшек пока вот здесь вот так сидит. Смотрит в окно. Пока в шапке. Сейчас не очень сильно прогрел машину. Сейчас мы еще заедем в магазинчик. И тогда ему шапочку снимем. За рулем у нас Анюта. Ну, я, получается, что второй пилот. Данюш, ты как? Сладенький. Сладенький карапузик, ты как? Малыш, вон там на тракторе чего-то. Опа! У нас тут куча игрушек с собой едет, и они срабатывают. Кто это взял печенье, Данюша? Аня, аккуратнее, он может и налево поехать, и направо. Они безумно это видели, что он сейчас вытворял. Ну, дорога такая, да, скользкая. Это они еще здесь почистили. Я вот когда ездил в магазин, здесь вообще полностью все в каше было, вся дорога.
Сейчас они, видимо, на этом тракторе все почистили. Ну да, так достаточно нормально, да, прям до бордюра все вычищали. Ну, вычищать только сейчас начали. 4 дня перекур был у них. В общем, мы едем, ехать нам 50 минут, наверное. Сейчас магазин сначала. Данюшек приехал к бабушке, чтобы посмотреть мультики, да, Данюша? Данюша. Ты помнишь, где Лёва потерял крюк? Ага, а как же ковер, Данюш? Пойдешь играться в ковер? С деревьями его нет. Данечка. Тут скажи, любимые мультики показывают даже. И здесь Лёвик у тебя. И там Лёвик. Везде Лёвик. Данюша. Уснул в машине. За 10-20 минут немножко. Немножко не подукачало, чуть-чуть заснул. Данюша. Что, Данюша? Пойдешь играть с ковром? Только не заблудись там, ладно? С птичкой решил поиграть. Да ты мой хороший, любишь ты свою птичку, да? Любитель этой птички маленькой. Оп, мама пришла, нос чешет. Нос чешет, да, чешет. Вот заяц там висит, смотри какой. Дань, ты видел зайца-кролика? Как снежок прям там висит у тебя. Да, надо собираться, потому что уже время очень-очень позднее. Для малышей карапузиков. Оп, папа оставил телефон. Сейчас я включу свои любимые мультики. Кручу-верчу мультики включить хочу. Да, Даня. Или кручу-верчу мультики намучу. Он поползал немножко, нет? Так сидит. Сидит, играется только, да, сидя так. Эх, Данюшка, сейчас еще сидеть будешь долго. Долго, да. Данюша. Ань, сиди, сиди, что ты встал-то? Да, мы сейчас уже собираться будем потихоньку. Собираемся. С малышом долго не погостишь. Да. На сунь в этот... Туда. Куда? Там, где же этот? Куда? Не знаю. Открывай. Ну, ты так говоришь, Ань, куда? Вот туда, вот, как вот, будто я знаю, вижу. Куда. Сумку вот в эту? Ага. Сумку? Прям вот сюда просто. Так положи. Послезавтра получили меня. Данюша, полезай в кузовок. Ай, да не так-то просто, пап. Это не так-то просто. Ну что, Аня говорит, что здесь снега побольше, чем даже у нас. Это получается от нас сколько? 70 километров. Ну да, много снега. Такие домики здесь двухэтажные. И очень много, в принципе, машин стало. В дворе. Прям паркинга, естественно, никакого нет. Все, кто бросил, там кто-то сидит. Снега очень много. Много? Ты, кажется, тебе много? И ну на да. На дороге очень много снега, у нас там не так. Ну не так, да, не так. Здесь прям вообще замело. Вот здесь мы едем уже к дому, подъезжаем. Деревня наша началась. Немного дороги. Здесь полито. Данюша вернулся домой с родителями, оказался в своей стихии. Поделка, где подарки, говорит. И включил Халка. Смотри, сейчас эту штуку нельзя. А еще Аня сегодня не показал, я когда был в детском мире, купил Данюшику 2 футболочки. На ней написано 74, но я мерил с теми футболками, которые купила Аня уже, такая новогодняя, где. И это еще больше, чем та, хотя та 80-го, размеры вообще не пойми что. Собачки здесь, да? Собачки, да, все собачки, прикольные. А вот это, чем мне понравилось, что вот эта вот штука, она сделана как слюнявчик.
То есть она такая залитая здесь, такой прорезиновый материал. И то есть, по сути, можно не одевать слюнявчик. Смотри, какой большой достаточно. Ну, здесь-то запачкается. Ну, да. Ну, да. Ну, это если ты подкармливаешь если чем-то. Если слюни текут, то тогда, ну, да. Прикольно все равно сделано, придумано. Стоит 149 рублей. Все это сейчас со скидками, с акциями продолжается. Вот мы сегодня в здании играли в новую игру. Называется «Хватай рыжего». Лучик от нас убегал. А мы хватали Лучика. Лучик вообще там так завелся, я просто, ну, до камеры не мог дойти, телефона рядом не было. Но Луч носился вообще как сумасшедший. Нет, Данек иногда слышала, теперь, да? Лучика, да, замечает, шугает, и шугает. За ним ползает. Ползает за ним, улыбается, ржет. Угу. Лучик убегает, и все это, блин, сегодня продолжалось, там так прикольно было вообще. А нам покажи еще какого бычка. А нам еще, да. Родители привезли. Да, родители приезжали, когда оставили бычка. Вот такого прикольного. Это как рюкзачок получается, да? Рюкзачок, но тут просто, ребят, там просто полный как конфет вообще рюкзак. Это как подарочный, наверное, набор, да, такой этот с конфетами. Mm-hmm. Данюша песенки поет. Сказал рюкзачок Данюшке, а родителям конфетки. Да? Даня, да. Дань, Данечка, да. А что ты там? Это батареечка заряжается, Дань. Тихо-сапы, взял. Мне нужны все шнуры, батарейки, все, доставайте, что у вас есть. Показывайте. Провода. Сигнализация. Маленькая сигнализация. Что тебе даже не знаю, что тебе нет, здесь ничего, все. Вот это, смотри, какая штучка красивая. Все опасное здесь. Смотри. Надо идти в комнату играться. Смотри, какая красивая. На мою долю выпало парковать машину идти. Ну, а Дима там готовит бургеры вкусненькие. А я еще просто забежала в Пятерку, купила картошки фри наши любимые. Сегодня будем шиковать. После праздников сядем на диету. Я. На самом деле я не ожидала, что будет именно такая погода. Почему? Потому что снег вроде закончился, а на трассе там, особенно дальше в Подмосковье, просто такое снежище на дорогах, и, ну, безопасной дорогой это назвать абсолютно нельзя. Ну и, конечно, она не совсем прям жесть была, но тем не менее. Если бы, конечно, я бы знала, может быть, и даже не поехали, может, другое время выбрали. Но смотались туда быстро, навестили бабушку, поздравили с Новым годом. Она, правда, сказала, чего так быстро, но мы у нее час за это были. Пока Аня пошла отгонять машину, у меня тут полным ходом кашевар происходит. Горчицу, будем жарить бургеры. Для этого купили вот такие котлеты. Мясо есть, телятины. Нам нравятся вот эти булочки коломенская. Ну, в принципе, хлеб у них достойный. И вот Данюшек сидит, засыпает. Сыр тостовый, булочки готовятся, разрезанные будут обжариваться со двух сторон внутри. Огурчики, которые привезли родители, помидорчик будет. И будет кетчуп еще и горчица, вот которую я показал. Сейчас буду жарить котлеты и все приготовлю, пока Аня ходит. Все, иду домой, припарковала машину уже, поставила, посмотрите, какие сугробы, вообще навалило снега, очень много, все заснежено, буквально за несколько дней, наверное, а в области еще больше, еще, ну, мы тоже в области, туда дальше, я имею в виду туда дальше, еще больше снега. Снежная погода. Кто там снега хотел, забирайте. Желательно сами своими лопатами. Ой. Ну ничего, зато на самом деле тепло. Погода теплая стоит, и можно с Данечком гулять подольше. Он в такую погоду очень любит. Сейчас у него начался период, когда он начал рассматривать все вещи, предметы по сторонам. Ему очень интересно. Он сегодня очень интересно провел время в машине. Смотрелся по сторонам, крутил головой, как будто первый раз сел. Но я понимаю, что у него приходит постепенно вот это осознание внутреннего, вернее, внешнего мира, что он такой маленький, вокруг такой большой мир, и вот ему все интересно. Он даже в комнате, когда лежит, на потолок посмотрит, на люстру. Интересно сейчас за ним наблюдать, очень, очень много улыбается, такой малыш.
Оу, я пришла, а тут кипит работа. Котлетки жарятся, так, это мутится, тут крутится. Все делается, все. Дим готовит, Лучик помогает, Даня засыпает. Помогает, облизываться, подходить. Сейчас скоро будем кушать. Ужин у нас такой будет. Я, кстати, здесь мариновала. Какие-то рюмки стоят с Нового года. Я мариновала здесь этим лук сегодня днем. Да, для салата он остался. Мы сейчас то, что туда добавим. Ням-ням-ням, сейчас покажем, что Дима намутит, накрутит. Итак, внимание, внимание, показываю шедевральное произведение искусства. Посмотрите, какая красивая булочка, какой красивый бургер Дима сделал. Это очень аппетитно, это очень вкусно, сейчас будем есть. И я пока сбегала за картошечкой фри, за кетчупом вот таким вот, потому что этот не русский кетчуп, Нидерланды делают. И у Димы такой же бургер. Мы сейчас будем кайфовать, кушать. Приятного. Да, я уже сказала, что я буду потом на диете сидеть. А вам больше повезло. Три месяца. Три года. Три года. Ребят, всем приятного аппетита. Лучик наелся. Вкусняшек налупился. Че ты наелся, Луч? Вкусно тебя Аня делает, готовит. Тебе вкусно, Аня? Тебе вкусно, Аня готовит. Морда. Морда. Ай, кусается борда. Мордочка. Ты кошелот. Недавно прикусывает. Чихает, пукает. Все одновременно. Лучик, это вообще бесстыдно. Мы тебя этому не учили, это бескультурно. Вообще бескультурно. А я скажу, бескультурный пес. Бескультурный, да? А что ты такой некультурный, Лучик? Ты в кого такой? Ты в кого такой? Ну, как всегда, мы начали сниматься, и Лучик тоже пришел. Вышел из-под кровати. Из темной норки. Я попрощаюсь со всеми. Сонный капец. Да вообще, он давай, спал. Отпускай его, пока. Да я не держу. Луч, ты спал? А что вышел? Сказать всем пока? Ну что, Ань, когда ты на диету садишься? Не скоро. Не скоро? Сейчас одни праздники, потом после праздника. Ладно, хорошо. Луч, ты на диете уже? Да, это как его? Овощная? Нет, завтрак, обед, ужин, еще два полника, скажи, да, вот такая составная диета, да, Лучик? А что ты пришел? Ты так спал сладко? Сонный вообще, капец. Че пришел-то? Смешно. И мы тоже скоро пойдем, да? Да, уже очень-очень хочется. Все-таки... Дорога была сложноватая достаточно, ну, недалеко ехать, но я имею в виду вот наше мини-путешествие, но она была не очень хорошая, да, очень мело, и все тупили, тормозили, половина дороги не чищена, да, хотя трасса там 110 разрешенка почти на всем промежутке, и все равно такая не очень. Половина не чищена, да, была, половина мокрая была, ну, в общем, напряженно все равно. Да, я и говорю, напряженно. Да, что Дима назад тоже был так достаточно напряжен. Вроде там под елкой. Больше подарков нету в этом году. Весь год веди себя хорошо. И в следующем Дед Мороз тебе тоже принесет подарочек еще один. Ладно? В этом году больше не будут подарки. Все. Нужно целый год себя хорошо вести. Договорились? Будешь себя вести хорошо, Лучик. Будешь хорошо себя будешь вести? Хорошо будешь себя вести? И Дед Мороз тогда в следующем году тебе принесет подарок еще один. Пока. Пока. Я себя пошел хорошо вести. Пошел под елкой, прошел. Да, да, круги там нарезает. Да, будем прощаться уже. Будем прощаться. Ребята, не забывайте подписываться на канал. Кто еще не подписан, ставьте нам лайки, пишите комментарии. Всем, всем очень рады. Спасибо, что досмотрели это видео и следующее до конца. Не пропустите видосик, который выходит ежедневно. 7 часов утра по московскому времени, несмотря ни на что.
Не смотри на что, нифига себе, это серьезная заявка, учтемся. Ребята, с вами были Аня и Дима Сугроба, всем позитива, пока-пока. Пока-пока. We wish you a Merry Christmas.